В многодетной семье Юкиных 2 июня родился 11-й ребенок. Теперь у Олега и Заиры 8 дочерей и 3 сына. Счастливую семью навестили мои коллеги. В Московском областном центре охраны материнства и детства Заира Юкина – частый гость. Предыдущие 10 детей родились здесь же, и теперь они с нетерпением ждут дома самую младшую – Тею. У нас в семье так, что мы ждем уже, когда животик появляется. Детки уже все ждут, уже спрашивают, кто мальчик, девочка. Они уже целуют, они уже с ним общаются. Вес почти 3 килограмма, рост 53 сантиметра. Пол для отца семейства значения не имеет, поэтому рождению уже 8-й девочки обрадовался. А фразу «планировать ребенка» Юкины не любят, потому что чудо всегда только ждут. Читая Священное Писание, Библию, мы так и воспринимаем, что это награда от Бога, что это настоящее богатство. Ни деньги, ни там, ни что-то еще. Хотя это тоже все нужно, и этого порой не хватает зла. Вот. Но вот это самая настоящая награда. Поздравить семью с рождением малышки пришли член Общественной палаты городского округа Люберцы Елена Кончели и священник Игорь Крикота. Для нас, конечно, христиан, это особая радость, потому что видим, что на примере вот этой прекрасной семьи сбывается благословение Божие. Потому что в первую очередь, когда церковь благословляет молодоженов на брак, она дает благословение на любовь совместную и, конечно же, на рождение детей. Медики отмечают, роды прошли без осложнений. Мама чувствует себя хорошо, а за первыми днями жизни Теи сейчас наблюдает врач-неонатолог. Малышка родилась доношенная, в удовлетворительном состоянии. С рождения была на грудном вскармливании, сразу с мамой, на совместном пребывании. Кроватка, распашонки и чепчики приготовлены. Осталось дождаться выписки. Айтаж Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.